Добрый вечер. Всем привет. Сегодня с вами опять же Денис и Миррор. Мы будем комментировать матч The Oscars Ice Creamers B. Я прав? Я не ошибся? Ты прав, ты не ошибся. Расскажи нам про состав Оскаров. Да, мы попадем именно на тот матч, о котором говорит Денис. Состав Оскаров уже все написано было до нас, поэтому мы так перескажем. Да. В общем-то, на воротах будет Ньюби, в защите у нас Пиво, в середине Чужой, а в нападении Пророк. Вот. Да, ну а я, пожалуй, про Ice Creamers B расскажу состав. На воротах у нас Лили. В защите Матумба, также у нас Ависка и Акас Джи в атаке. Вот. Ну, в общем, провели уже пару комбинаций игроки Оскаров, и там слетела с клюшки у кого-то шайба, поэтому да. Она очень... Да, кстати... В общем, она пролетела. Да, Оскары у нас синие, красные, айскримеры. Вот бы не перепутать. Да. А то я боюсь, что я все время перепутаюсь. В общем, ладно. Оскар разыгрывает классно. Один на один с вратарем, и это гол. Чужой забивает гол. И... Хорошая комбинация. Да, Оскары выходят вперед. Он даже не праздновать начали там вчетвером. Да. Уверенное начало показывает Оскара. Ну, я думаю, они продолжат так же уверенно. Я в них не сомневаюсь. Какой страшный удар. Да, ну Ньюби у нас прекрасен, он, да и не сильно сложный для него Ньюби. Удар. Я расскажу про команды, в общем, имею в виду в турнирной таблице. Вот, Оскары у нас на 5-м месте, у них 12 очей. Вот, а у эскримеров... На 7-м у них 6 очков. Да, у них 6 очков, да, и на 7-м месте. Ну какой ты, все знаешь. А даже я сфотографировал не... на телефон все. А мне не надо заглядывать в табличку. У меня хорошо. Ну да, ну да. Пытаются. Был бросок, но Ньюби там отбил. Нет, он, по-моему... Ну, перед этим броском. Ну, при чем здесь, что было перед этим? Ну, какая разница, я не могу пустить, когда Ньюби сейв сделал. Да. Вот, надо все рассказывать. Любовнички. Так, а ну тихо там. Ньюби выходит из ворот. Ньюби все контролирует. Подвергнул страшной опасности свою команду. Ничего, он знает, что он делает. Он уверен в себе. Бросал Оскар. Повезло тут Айскрин СБ. Штангу там. Ньюби опять выходит. Передача. Неплохая передача. Ну, практически неплохая. Кто-то не отрегулировал свои да. Вот бросок. Движения. Очень далеко от ворот. Даже тут был бы первым на шайбе Оскар. Ну да. А, кстати говоря, вот... Ошибаются, смотри, игроки Оскаров. Мучит кто-то из красных. Да, смотри, вот опасно может быть. А... Гол. Ависка просто на индивидуальных качествах разорвал всю оборону Оскаров. Тупо всех обмотал, всех надел. Я думаю, это должно попасть в десятку лучших голов. Да, я тоже думаю. Вот, бросок, гол, Пророк забивает вторую быстро шайбу. Вторую шайбу забивает Пророк, да. Разыграли и сразу кинули. А ты, Дени, знаешь, почему название Оскаров именно Оскара? Без понятия, если честно. Ну, вообще они сначала назывались Oscars Low. Ну, вот это я знаю, да. Ну, это вообще-то не, ну, для большинства это, конечно, не секрет. Просто у них в команде есть такой парень, которого ты, наверное, даже в игре ни разу не видел. Может быть, да. Кучеров. Здесь неплохо, вот. Да, Кучеров. Неплохая контратака. Так вот, у них есть игрок в команде Кучеров, который сыграл на этом турнире то ли один матч, то ли вообще ни одного. Так именно вот, на этом турнире? Да, Кучеров. Ну, ты знаешь, там в России есть такой актер Кучера, по-моему, если я не ошибаюсь. Зовут его Оскар. Ну, вот это на фоне вот этого всего, короче, Оскара именно гуляют
и играют именно с таким названием. Я понял, но это этот, который изображен у них на эмблеме, да, это же Да, он, да, да. этот актер. Я Да. понял. Так что тут сам игрок Кучеров тоже очень Бросок, символичен. смотри, вот сейвит. Нет, Ну, типа. отличный сейф, но оно летело все равно в штангу. Без разницы, там от штанги мог Но все отлететь. равно прекрасный сейф, хорошо, Прекрасный сейф, хорошо. прекрасный. Штангу сейчас И вот это попадает. тоже сейф. Да, ну здесь. Да, сейф. Сейф штанги. В общем, ладно. Оскар и атакуют, айскримеры обороняются. Причем Сейчас здесь тоже. айскрим, парень? А, да, точно, айскримеры. Ты что-то попутал. Вот, смотри, все, Вот это тоже, вот заканчивается. это точно сейф, я тебе говорю, вот Ну, это вот. это защитник засейвил, но там, я думаю, шайба бы не успела долететь до ворот. Да, Время я уже так и не знает. уверен. Я могу поспорить. Ладно, давай не будем спорить. На пиво. Нет, прекрати. Не хочу. Кстати, как ты думаешь, кто сегодня выйдет победителем из этого матча? Ну, вообще, по такой достаточно уверенной игре, я, в принципе, ставил бы на Оскарс, но я еще не видел вчерашней записи их игры с СН, которая закончилась 10-2. То ли просто Оскарам не везет с СН так, то ли они просто еще пока не такие уж и стабильные ребята. Ну, СН все-таки это сильная команда. Они. На Ice Creamers было очень тяжело ставить, потому что у них, от них, во-первых, ушел Семенов, а связка Семенов Окажеш работала просто идеально, когда надо, когда они играли, собственно. Ну а сейчас тут у них, во-первых, смена капитанов. Раньше был Ависка, а теперь. Смотри, Оскары Ого. забивают. Да, Ой, ну. господи, айскримеры. Да, ну я пока не буду брать своих слов обратно, но вот, опять же, у них поменялся капитан. Практически с недавних пор у них в команде играет вот этот Лили. Ну, Лили, да. еще надо. В принципе, он мне нравится как игрок, но вот все равно как-то новенький составчик, всякое такое там перетерпела команда немножечко изменений, поэтому Опа. прекрасный проход пила. Да, там ошибся этот защитник или кто, не знаю. В общем, игрок айскримеров. Не увидел то, что сзади него игрок двигается Защита страдает соперника. по обеих команд, но вот именно страдает от индивидуальных действий игроков. Вот я так на командной игре, я не скажу, что там, ну сколько там голов было забито. Спаса. Сколько у нас тут ассистов. Голов 5, а ассистов всего 2, я тебе скажу. И то там такой был, по-моему, один ассист. Не такой уж и ассист. Смотри, сейчас Ну, опасно, ошибка может быть. защиты опять, может быть. Защиты нету, да, ну и И мой. Ависком попадает по штанге. Да. Обидно, обидно. Нормально. Ну, Я для... тоже просто за Оскаров сегодня. Я не против айскримеров, конечно. Нет, а мне... Ну, я не знаю даже. Смотри. Оу. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда? Не... Куда там? Вот это да. Поспешил я со Мне своими. нравится этот матч, он такой какой-то напряженный, я скажу Да. тебе. Вот тут вообще такая сумбур... Ну, не сумбур, это толпа. Сумбурная, да. Не сумбурная, такая... Я понял, да. Напряженный Напряженная. триллер, там все в куче машут клюшками. Ой, нет. Выбивает Ньюби, плохо Ой, не убивает. выбивает. Плохо, ужасно выбивает. Ошибка. Поплатился за свою Да. ошибку. Здесь надо было, конечно, айскримером забивать, если они хотят выйти. Вперед. Честно, мне симпатичнее сейчас Айскримерс Б. Ну, просто, во-первых, я никогда не видел этих игроков особо так вместе взаимодействующих. Мне очень нравится Каш, мне очень нравится Ависка, мне очень нравится Лили. Но, Да ну, все тебе нравятся, слышишь? вообще всех люблю, да. Да. Ну, вот, они интересно между собой взаимодействуют, поэтому... Надо. Матумба я тоже не хочу обидеть, конечно, но все равно немного, конечно, выпадает из команды, ну, чуть слабее остальных, но это может пока что. Да, это временно. Пока у нас И вообще-то я могу сказать третье поколение игроков. Вот Матумба. Акаш, Ависка, Матумба, да, вот эти ребята все. Я вот, да, вот в какой-то степени это, ну, лично для меня это третье поколение игроков. Вот А я ты его каким воспринимаю. поколением являешься? Ну, первое, какое же еще. Первое, да. Да. У нас же было старички против новичков еще в прошлом году. Тогда пришло второе поколение, в лице Киллы, там, Эйвери,
Эрс и Хури и прочих ребят. Эвдох. Это было второе. А первое это там Латина, Райан, Джерс, я там мясо и т.п. Не т.п. точнее. Ну, мы поняли. Тому подобное, в общем. Ну, в это время был опасный удар Ice Cream RSB, пока им просто не везет. Очень часто они попадают по штангам, хотя Аскара тоже так же сейчас действует. Штанга выручает Да. обе команды. Смотри, Вот, сейчас может Оскар. с острого угла. Нет, не будет он с острова. Ой, Да, чуть с здесь острова подарил. поспешил, конечно, но там уже бежали защитники. И надо было что-то делать. Мне кажется, не поспешил, а наоборот, слишком передержал. Может быть. Не поверил в свои силы, можно было с острова бить. Вот, может что-то получиться. Можно с острова. Неплохо, но здесь подстраховывает. А теперь может быть опасная контратака красных. О, это красота, просто красота. Но удар плохой, бросок, вернее. Не получился он. Опасно. Ух. О, меня радуют эти ребята. Да. Они как приходят к воротам Оскара, у них все время что-то такое получается. У них не хватает этого последнего звена удара. Да. Не прет виска, вот, а так норм пишет. И с ним я, в принципе, согласен. Интересный матч. Мне везет на интересные матчи. Да. Чему я безумно рад. Опять выход Акаш Тут может бросок прострелить. и... О, опять штанга спасает ворота Ньюби, Да. который стоял в это время сзадом. Да, он не успел занять, видимо, позицию. Вот бросок неплохой. Мимо ворот. Можно подключать защитника. Нет, бьет с острова. Теперь подключается защитник. Пиво. Бросок. Опять Бросок. же мимо. Ой, отпасовывал назад или перехватили. Акас не смог нормально принять шайбу. Можно было создать опасный момент. Один на один выйти с вратарем. Да, ну тут защитник хорошо сработал. Оскары. Не. Ой-ой-ой. Вот тут Опять легко же, это ависка, получается. скорее всего. И удар, и Какой забивает ависка. красавец, красавец. Как Сразу мячу. легко получается Да. вот один на один выходить. Да. Ну он, видишь, он этой клюшкой, шайбой вернее, он на индивидуальном мастерстве берет, мотается, у него это получается. 3-3. Да, Матч 3-3 счет. очень напряженный. Интрига все еще присутствует. Вот. Она все время присутствовала, Да. мне кажется, в этом матче. Здесь нету явного лидера. Вот. Обе команды смотрятся хорошо. Да. Это... Опять ошибка. Может, нет, ну тут защитник подстраховал. Такая борьба в центре поля интересная. Они как будто перетягивают канат, мне так Да, кажется. есть то что-то такое И похожее. такое напряженное перетягивание каната туда-сюда, туда-сюда. Не убьет, пасовывает по борту. Пас в центр. Ну, там защитник. Перехватывает и выкидывает шайбу. Люби немного неуверенно выкидывает. Да, не убью, может переживает, я не знаю. Да. Тут главное. Ага, ну неважно. Вратарь сделал все, что от него требовалось. Да. У меня же самого нервы начинают сдавать, когда вот вратарь, эта клюшка ему только приземляется, то есть, ну, в общем, прилетает к нему Шайба, только да. во владение, а уже защитник идет прессинговать Ну в да. этот момент. Воу, смотри. Ньюби здесь вышел вовремя. Прочитал. Вышел, выбил. Молодец. Вот что там можно сделать? Доктор Пива, по-видимому, пишет, что вы прессинговали. Пресс. И Возможно, будет... ну да, здесь не смог шайбу. Хитро сделал красный игрок только что. Да. Но немного затормозил.
неплохая передача, так обманул нападающих, которые прессинговали. Вот сейчас можно... Ах! Ох ты, ё-моё. Ну, Серия ошибок смотри. сейчас может привести просто к четвертому. Ай-яй-яй, и тут ошибаются тоже игроки Ice Creamers. Я считаю, тут Ньюби тоже сделал правильно, что вышел. Да. В плане том, что психологически придавить Понадавил, да. на нападающего. Тут не ожидал, что это так резво выйдет. Поэтому тут выходы тоже имеют место быть, хотя ворота остаются и незащищенными. Да, согласен с тобой. Психология игры. На защитника все правильно делает. Неплохо в центр. Передача И... можно... Ух, Ох, спасает вратарь. какая была красота. Лиди просто Он, жжет. конечно, может и не среагировал, но позицию правильно тоже надо уметь занять вратарю. Поэтому здесь молодец вратарь. Шикарный матч. Мне кажется, он закончится в ОТ-шке. Это будет очень интересно, я хочу... Вот... Ой-ой-ой. Я уже начал испугался, думаю, что все. То Итак. есть, одна из команд в любом случае Ой-ой-ой. одну очку Ой-ой-ой. заработает. Ой-ой-ой. Бросают, ну, Две вратарь спасает. молодец, две молодец. Красные могут развернуть свою атаку, но нет, не успевают. Тут... Ой-ой-ой. Ой, ошибка какая. Что это такое? Уверен, это просто нервы, я уверен. Ужас, да, это 100% нервы. Ну и мы будем играть в ОТ. Я уже второй раз наговорил, если честно. Я помню, как-то я один раз уже говорил, что там больше уже не забьют. Вот это тут же так же самое сказал. Вот я сказал, что они в ОТ-шке закончат. В ОТ-шке и закончат. Ну что ж, Я 3-3 ванна пока что. своя. Я хоккейная ванна. Да-да. Сейчас Бросает игроки. самое интересное. Да. Посмотрим, кто кого. По Бросок. теннисному. Ньюби не ошибся. Не сдрейфил. Да. Отличный пас. Неплохая передача. Чуть-чуть плохо принял. Ой-ой-ой, смотри. Только вот лучше бы бил тот, кто принимал эту шайбу. Потому что неудобно было с левой Опять руки. Ньюби все правильно сделал, когда да, вот вышел, сейчас вышел. реализовал. Ой, бросок. Вот здесь защитник Тут защитник подстраховал. страхует, да. Молодец, парень. Чужой. Не ожидал. Или не ожидал, он принял, Такое в общем, шаг. нервное перебрасывание. Да. Надежда на ошибку вратаря. Ловит в Но центре. Вратари у нас пока не ошибаются. Да. Своеобразная дуэль. Да. Бросок можно было... Может, ну там тяжело, конечно, что-то сделать. Как мне кажется. Ньюби опять же выходит вовремя. Шайба все равно далеко от нападающего была. Просто триллер. Смотри, с какой бешеной скоростью метается шайба с одной стороны в другую. Да. Не стараются быстрее забить. Она вообще не держится в центре. Вот это скорость, а? Вот это игра. Как? Вот, можно... Сейчас, может быть, можно ударить. Да, можно, можно бросить. Плохо, неудобно очень. Опа, кто-то коронным своим да. хотел. Ну, это любят Оскары. Ох. Ох. Вот это очень, очень не лизнул. Свистит с перекладиной шайб. Да. Вот это матч, вот это матч, а? Как-то игроки, я не знаю, переживают, что ли, не могут попасть даже по каркасу ворот. То есть в площадь ворот. Нейтрализует красная опасность. Ну, то есть, возможно, спокойно с карам начать атаку. Да, успокойтесь, ребята, и... Передача. Ну, нет, ну нет. Ньюби выбрал не того. Да. Сейчас снова попробуют игроки Оскара что-то сделать. Начать атаку от своих ворот.
Пас. Это кто? Пророк, это пророк. Пророк Пророк может может сделать бросить. решающий удар. Штана! Ничего себе! Ну как же так? Теперь красные могут начать свою атаку. Неплохой Здесь пас. Ньюби должен выйти. Да, Ньюби, он тебя слышит. Да. Ой-ой-ой, скидка практически на красного. Опасно, опасно. Сейчас ой-ой-ой. решающий момент. Нет, слишком острый угол. Затянул, немного затянул. Ньюби. Теперь... Ой-ой-ой, что они делают? Все, у них все под контролем, они все знают, что они делают. Так, хороший опять пророк бросает. На ударить. Не удается, но хорошо. Пророк, он нервничает. Уже начинают нервы сдавать у игроков. Смотрите. Ага. По-моему, мне кажется, это уже этот матч уже побил рекорд самого длинного ну на да. этом турнире. Еще вроде не было такого. Еще... Если еще второй будет овертайм. Да, еще 50 секунд. Так мы вообще можем второй матч не начать. Мне Mozilla говорил, чтобы тоже его записал. Но... Посмотрим. Какое движение, а? Вот... И... Ой-ой-ой. Летает. Акаси забивает. Ну. И Оскары теряют. Хотя не теряют, у них одно очко. А но... Айскримеры зарабатывают два. Ну... Что? Это классный матч. Да, хороший матч. Такой, у всех были шансы выиграть. Мне кажется, тут самое большое количество ударов по воротам. Да, ну мне хорошо. Так кажется, конечно. Но... Давай будем прощаться, вот. Еще, может, увидимся на следующем сейчас матче. Все, ну, спасибо да. Всем за просмотр, за то, что были с нами. Мы до сейчас всем пока. Тоже это обмозгуем немного. Да, все, пока.